сегодня представляю два проекта. Terraminer для многих из вас – это уже реализованный проект. Я хотел бы поэтому, чтобы все увидели видеоряд, который будет за мной. Пять месяцев назад, в сентябре, я устроил встречу с инвесторами Москва-Сити. Была одна идея – построить мобильное решение, при этом применить уникальную систему охлаждения, которую вы видите сейчас за моей спиной. От идеи до реализации прошло всего 3 месяца. В декабре 2017 года проект заработал. А сейчас с нами февраль, и проект работает на полную мощность. То есть от идеи до того, что нам удалось и моей команде, прошло всего 5 месяцев. В январе мы запустили второй проект, он называется Terraminer 2. И привлекаем инвестиции. Мы много спорим о том, какие инвестиции надо привлекать, там, кто чем будет заниматься. Итак, в чем была идея? Забудьте о майнинг. Хотя многим говорят вам здесь, что он вам нужен, и вам это завтрашнее наше. Идея была создать цикличную систему. Попробую объяснить. Мы привлекаем криптовалюту. Все, что вы видели на видео, это все куплено за криптовалюту. Ни одной фиатной копейки. Оборудование, система охлаждения, контейнеры, все было куплено за криптовалюту. Что генерирует данная система для инвесторов? Криптовалюта. С чего пришли, к тому пришли. Меня попросили не комментировать другие проекты, поэтому я скажу, что то, что я задумал 5 месяцев назад как цикличную систему, она работоспособна. Теперь вопрос об инвесторах. Мы выпустили токен TRM1, который все известны, там Terraminer TRM. Средняя цена размещения токена была равна порядка $4.20. Кто видел наш проект, а меня там много крутили по YouTube, можете посмотреть. На EtherDelta наш проект никогда не падал ниже цены размещения. Большинство инвесторов, которые зашли к нам на pre-ICO, заработали X3 еще до запуска системы. Подчеркнусь, когда мы в декабре, 28 декабря запустили систему, стоимость нашего токена на бирже доходила до $11. То есть это реальность. Не просто идея, которая была в сентябре, а уже реальность, которая была в декабре прошлого года. Суть токена – это мощность оборудования. Токен приравнен к 1 мегахэшу. Но при этом в проекте TRM2 есть одна особенность, так называемый реинвест. То есть каждый квартал 10% прибыли нашего проекта будет потрачено на реинвест и на закупку нового оборудования. То есть простая математика говорит, что мощность токена будет расти. Это позволит компенсировать проблемы со сложностью в алгоритмах. Картинка на самом деле это уже последняя. Попробую рассказать. Вам говорят там, покупайте видеокарты, покупайте асики. В нашем проекте вам нужно только одно. Оформить смарт-контракт на токен TRM2. Если вы хотите попробовать, что такое майнинг, тоже купите токен TRM2. Потому что TRM2 минимальная стоимость токена всего $5. $5. Не 100 тысяч, не 10 тысяч, не там сумма. $5, и весь ваш риск. И вы поверите, что мы работаем. И TRM1 работает очень хорошо. Тратьте свое время на семью, на работу, на реальную жизнь. Получайте удовольствие от жизни. Мы сделаем все проблемы. Вам не нужно будет думать, сколько стоит электроэнергия сегодня. О чем вам говорят? Электроэнергию оплачиваем мы. Сколько стоит сервис по обслуживанию этой станции? Это опять наши проблемы. Мне говорят о том, что есть тепло, отвод, можно там квартиру отопить, дом отопить. Это опять наши проблемы, а не ваши. Занимайтесь своими реальной жизнью. Работайте, учитесь, женитесь. Мы делаем эту работу и делаем ее каждый день. Мне говорят, у вас есть проблемы, у вас есть сложности. Проблема не в том, что они у меня есть, у моей команды. Проблема в том, что у нас есть квалификация справляться с ними, решать. И те сроки, которые я заявляю по проектам, они выполняются. Тяжело, но срок в срок. Мощность оборудования 1 мегахэш на токен. К концу года будет 1,3. Вы спокойно можете, я не хочу остановиться на экономических моделях, да, вы можете все внимательно это посмотреть. Доходность тоже можете посчитать. Простая математика, да, наш пул на сегодня, кому интересно, это лайткоин. С сегодняшнего дня как раз мы работаем, его майним. Поэтому стоимость, доходность можете посчитать, и когда она окупится. Я не обещаю окупать проект за там, 4 месяца. Мы считаем, что он окупится 7 месяцев. Но основа нашего проекта, что вы в любой момент можете из него выйти, когда вам надоест. Для этого надо просто поставить заявку на продажу токена. Ничего другого. Вы просто вышли на биржу, продали токен, и большинство инвесторов, которые к нам зашли в сентябре-октябре 2017 года, на самом деле свои токены уже продали, получили X3. И это не только там, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Последние сделки на EtherDelta были неделю назад. И если инвесторы находятся в зале или кто меня видел, может подтвердить, что это действительно так.
инвесторы закрыли и получают ежедневный доход. Еще раз подчеркиваю, мы выплачиваем ежедневный доход. Вы видите, как мы работаем, будут установлены онлайн-камеры в наших контейнерах. И главное, про мобильность наших контейнеров. Контейнер готов к перевозке за 2 часа 20 минут. За 2 часа мы монтируем контейнер, отключаем от системы жизнеобеспечения, и через 20 минут он готов на погрузке. Вы видели кадры, как мы его привозили, как мы его монтировали. И когда мне говорят, что есть политические риски там в Китае, где мы сейчас находимся, или где бы в другой стороне мира, я вам говорю, у меня есть 2 часа 20 минут, чтобы оттуда уехать и найти место, где будет майнинг разрешен. Поэтому я призываю вас попробовать работать с нами. Я думаю, что мы с вами познакомимся еще дальше. Команда наша открыта. Миндапы будут не только здесь, наш первый выход за полгода на сцену. Мы будем в Цюрихе, мы будем в Лондоне, мы будем в Сингапуре. Мы готовы ответить на все вопросы, если у вас они еще возникли. Наш стенд находится слева от входа. Я готов еще в течение часа ответить на все вопросы по нашему проекту. Рад вас с нами приветствовать. Удачи всем вам. Спасибо еще раз.